видео в такой солнечный день. И хотела бы перефразировать такую фразу: когда едешь в Королёв, солнце светит прямо в бровь. Вот. Сегодняшнее видео будет о покупке в магазине Литуаль. Если вам это интересно, оставайтесь на моем канале. Я думаю, вы уже заметили здесь интересные вещички, которые лежат на столе. Я сейчас буду вам о них рассказывать, что же я купила. И начнем, наверное, с косметических покупок. Значит, вот такая тушь. Не знаю, видно вам, нет. Называется Starlet. Вот как-нибудь так. Вот так. Покупала я ее еще в прошлом году. Видите, там вот стерлось уже практически название. Тушь черная. Такая вот кисточка. Достаточно хорошо прокрашивает. Ну, конечно, как любая тушь, она лучше ложится, когда она чуть-чуть подсохла. То есть, когда уже не особо новая. В принципе, тушью довольна. Она хорошо делает объем ресницам. Вон, тут даже Литуаль стерлась. Вот. В общем, эту тушь я добиваю в этом году. Так, еще я в прошлом году купила вот такой блеск. Номер 714. От Бижу. Глосс написано. Вот, значит, он достаточно липкий. Вот так выглядит на руке. Но мне не очень подошел по цвету. Как-то вот тут здесь более отдает таким коралловым, а на самом деле он такой яркий, розовый и не особо приятно на губах. Да, он создает блеск, но волосы опять-таки прилипают к губам, когда ты идешь. Поэтому я им практически не пользовалась. Видите, он у меня полный. Так, еще в прошлом году я купила вот такой чемоданчик. Замком. Он маленький. Вот на видео может показаться, что он большой. Нет, он достаточно маленький. Вот тут у меня уже всякое барахло. Видите, зеркало в нем есть. Вот ключики для того, чтобы его закрыть. Одно отделение. Ну, здесь у меня уже всякое лежит. Ключи от машины. Всякие коробочки. Хочу показать вам, что отделение там одно. Сейчас вытащу все коробочки. Вот. То есть отделение одно. Вы здесь уже сюда складываете все, что вам нужно. Вот. Ну, я давно хотела такой чемоданчик. Вот. Потому что еще глаз, конечно, положила на большой. Но дело в том, что как-то думаю еще, куда его ставить. Вот, а маленькому нашла место, поэтому вот он лежит здесь. Если есть дети у вас, то вам пригодится этот замочек. Вот. Это то, что я купила в прошлом году. Дело в том, что у меня у мужа карточка литуалевская, поэтому я периодически покупаю. Ну, вот как-то не особо сохраняла все свои покупки. Так, это я вам показала. В этом году, значит, я купила вот такую тушь, вот, Max Factor, темно-коричневый, там Black Brown написано, вот, вот, как-то вот так. А здесь тоже щеточка, щеточка здесь другая, она такая более резиновая, что ли, вот. Ну, прокрашивает тоже хорошо, в два слоя вообще шикарные ресницы. Вот. Довольна. Ну, в принципе, эту фирму я всегда беру, Max Factor, поэтому этой тоже я довольна тушью. Вот, следующий из косметики я взяла попробовать BB-крем. Вот такой от L'Oréal Paris Nude Magic, крем для обнаженной, моей обнаженной кожи. Написано, что 5 в одном, очень светлый, технология Coral Osmos. Так, сейчас покажу вам, как он выглядит. Я им сейчас пользуюсь.
Значит, вот появляется такая белая масса. Видно, да? Ну и когда начинаешь наносить, он в принципе должен приспосабливаться к коже. И это ведь очень светлый, да? Видите, да? Что он достаточно яркий. Все, сейчас покажу. Вот я практически его размазала. Сильно размазала. Вот. Ну, не могу сказать, что вот отличие видно, да? Не могу сказать, что он прям приспособился супер к моей коже, но под загар очень даже неплохо будет на лето. Вот. По ощущениям очень приятненький, кожу не стягивает, так что... Ну, тем, у кого светлая кожа, в принципе, не советую. Так, следующее, что я купила, это точилка. Ну, точилка абсолютно обычная. Ну, вот, для больших, для маленьких карандашей, видите, отделение. Вот, еще ее не пробовала. Абсолютно обычная точилка. Еще в этом году я взяла вот такую косметичку. Вообще, я очень люблю прозрачные косметички, потому что в них все видно. Значит, это 3 в 1. Чем мне понравилось, что здесь присутствует вот такая маленькая косметичка, которую очень удобно всякие помады сложить. А затем вот такая побольше. Вот. А туда я кладу с собой то, что я беру. Косметичка у меня такая ходовая. Ну и большая для хранения дома всяких. Я ее использую, под очки кладу туда. То есть вот это вот 3 в 1, это, конечно, супер вещь. Сейчас я вам потом покажу, как это все выглядит вместе. Ну и, конечно, хит сезона. Это опять-таки прозрачный вот такой кейс. Тоже у него есть ключики. Вот, можно закрыть. Я тут уже набила всякими своими украшениями. Вот, очень хорошо, удобно мне тут браслет хранить. Так же, как и железный, он такой же у него замочек и с ключиками. Вот. И последнее, что я там купила, это вот такой браслет. Ну, там куча всяких разных браслетов. Я, в общем, взяла его под джинсы. Вот здесь бусины Пандора, деревянные бусинки и вот замочек такой обычный абсолютно. Надеюсь, что вам понравилось видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, покупайте. Надеюсь, что вам была полезна информация. Всем пока-пока, увидимся на канале.